2014 года Молдова имела право продавать в Европейский Союз товары без пошлины. В 2014 году, с моментом подписания договора об ассоциации свободной торговли, мы можем продавать продукцию в Европу только в рамках 20% квоты. Соответственно, никакой перспективы развития экономики Молдовы с Европейским Союзом у нас нет. Наоборот, есть полное поглощение нашего рынка для сбыта европейских товаров. Мы считаем, что экономическое развитие Молдовы возможно при вступлении Молдовы в таможенный союз, куда можно гарантированно продавать и откуда можно достаточно дешево покупать те товары, в которых мы нуждаемся. Я призываю всех, независимо от национальностей, проголосовать за выбор Молдовы в таможенный союз ради экономического развития страны, ради четкого и ясного будущего нашего подрастающего поколения.